Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол. Это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. На очереди у нас матч Испания против сборной Германии. Обязательно пишите ваш прогноз в комментариях, интересно потом будет почитать. Ну, давайте разберем две эти сборные, как они сыграли в первом туре. Сборная Испании прошлась катком по сборной Коста-Рики 7-0, обыграв команду из Северной Америки. Ну а сборная Германии поучаствовала в сенсационном матче. Таких у нас несколько уже было. Вот немцы проиграли Японии со счетом 2-1. Поэтому этот матч будет интересно посмотреть. В принципе, в момент жеребьевки даже было интересно посмотреть. Испания и Германия. Две такие интересные европейские сборные. Ну и вот мы видим, как немцы выходят вперед уже на 7-й минуте встречи. Томас Мюллер забивает гол и выводит немцев вперед. Ну вот так вот сборная Испании пропускает первый гол на чемпионате мира, а немцы вторую игру подряд забивают первыми. Но, видимо, атаку сборной Испании, отличный гол Пабло Сарабия забивает, сравнивает счет. Ну и практически все так же было по ходу встречи Германия и Япония. Ну и дальше так все у нас и пойдет. Сборная Испании в атаке. Мы видим, как Альваро Мората забивает гол, выводит сборную Испании вперед. И на этом все, друзья. Во втором тайме не было никаких моментов. По итогу сборная Испании одерживает победу над Германией со счетом 2-1. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол. Это жизнь». До встречи, друзья. Всем до свидания.